человека не исполняется его желание. Именно там человек говорит, скоро у меня будет дом. И после этого у него появляются страхи. Как же я буду этот дом содержать, на какие деньги будет содержаться этот дом, кто же там же надо работать, то есть появляются страхи. Что необходимо делать? В случае, если человек ставит какое-либо желание, он может выписать для себя свои страхи, и каждый страх, то есть человек говорит, скоро у меня будет дом, а дальше выписанные страхи. Выполнить такую практику, поставить перед собой свечу, зажечь эту свечу, после этого думать о том страхе, который возникает в тот момент, когда вы думаете об исполнении своего желания, и сжигать это чувство, которое находится у вас или появляется у вас в тот момент, когда вы об этом думаете. Сначала с первым чувством, потом со вторым чувством, потом с третьим. Как это делать? Когда вы читаете там, «я боюсь того, что некому будет за этим домом смотреть». Говорите, «я боюсь того, что некому будет за этим домом смотреть».